Опа, вумен, берем ее сразу же вот так вот и кидаем на прогиб. Вот так мы разбираемся в шкилке. Йоу, здорово, молодые, продолжаем смотреть на отбитые карты Роблокса, которые вы скидываете в предложку Дискорда, поехали! Африка, сожрите своих друзей, чтобы выжить. Ни хрена себе, пацаны, я только залетел в игрушку, я уже стал жестко копчененьким. Так, отойди, парень, не мешай мне делать вступление. Я стал жестко копченым, и я собираюсь сожрать своих друзей. Ой-ой-ой, осуждаю за эту музычку. Так, уберите эту музычку отсюда, подождите, вон там ребята борются за выживание, я должен вступить в эту бойню насмерть. Иди сюда, мне придется сожрать этого малого. Сейчас я этого чипиздрика накажу. Накажу, в бунгало, иди сюда, куда ты поскакал? Погодите, люди тут валяются, дохлые, съесть это. Я сейчас съем это, падаль. Ни хрена, пацаны, я сожрал этого чела. Блин, вот это какие-то капиталисты уже собрались. Они, походу, сбивались в кучки и эксплуатировали друг друга, чтобы щемить таких, как я. Убить наглухо, наглухо малого. Ё-моё, аж башка отлетела куда-то, хрен пойми. Дайте мне его захавать срочно, съесть это. Как это хавают люди? Магазин ловушек, ничего не работает. Умная ловушка и просто ловушка. Пальма за 150 баксов, ни хрена. Так, покупаем. Ладно, давайте где-нибудь вот здесь поставим. Опа! Сразу поймали малого. Вот и все. Освободите бедного человека. Не буду я его освобождать, я буду его забивать, а потом съедать. Таков жестокий мир в Боблоксе. Опачки, хайповая игрушка, подеритесь в шкилке. Так, малые, ну-ка, спокойно, спокойно, я еще подгружаюсь. У вас есть еще время подкачаться. Ну все, я готов выйти раз на раз с какими-нибудь школьниками. Сейчас мы вот этого врасплох застанем самого здорового пацана. Сразу же в столовке его выстегнули. Чтоб другие боялись меня. Так, все, пацаны. Я его забью, пацаны. Ля, парни, ляписа прописал пацану. Все, до свидания. Новые стили у пацана. Агрессивный хит... А, хитер, ударять. Вот ниндзя, 199 рубаксов. Ради такого дерьма я покупаю. Опа, пацаны, я знаю кунг-фу, по-моему. Опа. Неймарчик что-то прыгает на меня. Слышишь, Неймарчик, ну-ка угомонись. Опа, пошел ковбой. Еба, что-то прилетело, мужики. Ой-ой-ой, малого выстегнули в футболочке Неймара. Туда эту вумен, пацаны, давайте запинываем ее, запинываем. Хватаем вумен и кидаем на прогиб. Вот так мы разбираемся в шкилке. Ой, блин. Все, блин, вумен бедную захлестнули. Неймар, успокойся. И Неймара на прогиб кинули. Все, пацаны. Опа. Да, она сказала домой минву. Я ее сейчас... Блин, я ее захлестну сейчас, эту тянку, за то, что она сказала домой минву. Получай с ноги, паскуда. Ой-ой-ой, ни хрена она меня кинула. На прогиб ее. Так, где эта баба, которая сказала домой минву? Ты посмотри-ка, еще Федор что-то тут пытается брыкаться. Хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, парни. Да аккуратней вы. Бабу на прогиб сразу. Хоп! Твои собаки помогают гоу один на один. Они не собаки. Все, толпой собираемся. Так, выходи с кружочка. Все, мужики, вот, подключились. Неймар, давай, активизируйся. Все, хорош. Блин, какая веселая игра, слушайте. Прям такой мордобой, все друг друга избивают. Эта баба так и норовит со мной схлестнуться. Че ей надо вообще? Ля, ребята, я что-то случайно жертвой попал этой размоворота. Я ж что-то заговорился. Ой, какая дебильная игра. Опачки, шутерок без названия. Пацаны уже стреляются, походу. Так, играть все, погнали. Пофиг, у меня золотой револьвер, высота. Получай, на нахрен. Приветственный выстрел в хедшот сразу в голову молодого. Опа, молодой Данте свальнул меня. А, нету, короче, бессмертия никакого, надо сразу дырявить их вот так вот. Аж челочка отлетела у малого. Ой, ё-моё, и у меня отлетело вообще все, что только возможно было. Не, нифига, короче. Ой-ё, тяночку прямо продырявили насквозь. Опа, снайпер 337 макс. Пошел ты нафиг, парень. Блин, у меня сосед опять на дрель садится. Ё-моё, Ария какая-то убил. Ария? Сейчас отомстим малым. Тяжело быть молодым. Бам, Дмитрий Виджиланте. Работает. На, еще одного. Снайпер 1337 макс. Про макс. Да мне пофиг, кто ты там вообще есть. Иди сюда, джентльмен. Не умеют в хедшоты стрелять. В контру не играли малые. Бам, он боится меня. Челкари, ну-ка, в очередь. В очередь, я тебе сказал. Все, блин. Ох ты, нифига игрушка. Монвер против все подряд. Какой-то городок, и я в какой-то поддельной футболочке у Монвера. Но у меня есть молоточек. И что он делает? Удар. И что, он не ломает ничего? Ни хрена он разносит. А что, здание реально можно ломать так же? А почему я такой... Какой-то подосланный, поддельный Минвер с Алиэкспресса, по-моему, я. Вот я кто такой. Эти здания, балерай, нубы. Ну-ка, стену. Ни хрена, мужики. Так тут реально все ломать можно.
Знаете, что это напоминает? Ну-ка, Болерок пошел в жопу, я пока вспомнить пытаюсь. Red Faction играл кто-нибудь, не? Там тоже можно ломать так же все. Red Faction Gorilla, или как она там называла. Слышь, я тебе сейчас вас всех тут закидаю. Болера, пошли нафиг, молотком просто по башке каждому. Вон она, моя ракета хайпа, я сейчас сяду туда. Сначала выстегну Болера, попущенного. Улетел, а потом я улечу. О, она летает. Дружище, да... Ты посмотри-ка, закружила за вито... Еба! Болер убил меня болом? Что? Так, скотина, иди сюда. На нахрен сразу же. Не, пацаны, разносите фундамент на этой хате. Блин, последняя стена не ломается. Почему? Во, сломал. Сейчас, по-моему, упадет. Движок Frostbite 12 отдыхает, мужики. Вот это да. Мой компик даже вытянул это разрушение. Какой-то гуфи... А, было. Следующая игрушка называется 21. Это чё, Блэкджек? Так, все, пацаны, уже челик нашелся. Сейчас мы с ним схлестнемся. С этим чипиздриком с хайповой сумочкой. Так, и чё, и как мы тут начинаем играть? Проснитесь и пойте. А, это типа как 21 в Resident Evil было? А, походу проигравший откиснет. Вот как мы будем играть сегодня. Да, понял я по этой пилочке уже все, что нету права на ошибку ни хрена. Ну и рисковать тоже сильно не надо, потому что перебор может быть. Чё такое отсчет? Чё это за кнопки какие-то выдают? Чё это такое? 11 и десятку. Еба! У меня 21, пацаны! Еба! Еба! Ого! Все, я остаюсь. Сейчас мы увидим, как этого челика разрежут. Нифига подобного. Я-то потому, что заядлый гамблер мне сразу 21 приветственный выдали. И победитель? Наверное, я, да? Кто же это? Кто это? Кто это? Ой-ой-ой, у челика десяточка, у меня 21. О, нет, пила завелась. Ой-ой-ой, пацаны, она уже приближается к нему. А, еще надо, походу, выиграть. Так, поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. Минвер, you look like my dog. Сам ты собака, понял? Так, семерочка. Мы берем еще карту. Еще одну давай. Семнашка. Это до хрена. Если ему 10 выпало. Блин, он еще попросил. Ой-ой, у него, по-моему, перебор. Так, мы оставляем карты. Я остаюсь на семнашке, я не буду добавлять ни хрена. Мало ли перебор будет. Может, грохнем его, нет? Ну сколько? Ну победитель, ну кто? Сколько у него? 24. Перебор. Перебор у малого. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это жесть, вы задолжали гамблёрам. О, нет. Ой-ой-ой. Ну я не мог проиграть в этой игре, потому что... Еба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хайп, пацаны. Я рад, что я не проиграл, наверное, потому что я с гамблёрами на короткой ноге, поэтому все нормально. Таинственный подъезд. Молодые шутерки совсем охренели и захватили подъезд. Ну да, я бы тоже сказал, что этот подъезд таинственный, учитывая, что он из дерева сделан. О, нифига, это я? Еба, вот это хайп, это Лунтик? Это Доширак? А это Фредди Фазбер? Что здесь происходит? Это наша кровать, это не ваша кровать, это мой Доширак, пацаны. Ган есть, надо идти в портал, наверное. И попускать дырявых фурят, не нажимай. Что это такое, кого не нажимать? А, нажимай, мне сказали, простофили и какой-то гель. Надо в ракету сесть, пацаны. Садимся. И взлетаем. Нет. Нет, девочку взорвали, и меня, по-моему, следом у котенка вывалились глаза. Это конец цивилизации. Минвер, сбеги из тюрьмы и не попадись на полицейских. Так, и что это за игра? Выберите свою команду, полиция или заключенный. Сбеги из тюрьмы и отомсти. Я готов. Все, пацаны, я зэк. Блин, менты творят беспредел, нашего уже застрелили. Все, выводи нас. Хай, Минва. Выводи. Я надеюсь, эта женщина выведет нас отсюда. Все, парни, уходим. Вот так мы сбегаем из тюрьмы. Это почти успех. Как отсюда выйти? А, вон через забор, походу. А, у нее кнопки есть. И что? Открыть ворота. Я на свободе, пацаны. Все, ты свободен. Большое спасибо. Да нет! Да я не так хотел быть свободен. Во, пацаны, шмутье мафии. Сейчас я это дерьмо напялю прямо на себя. Все, короче, сейчас собираем пацанов, одеваемся и едем рейдить тюрьму. Поехали, мужики. Такая толпа собралась. Ой-ой-ой, пацаны, стреляют, стреляют, стреляют. Атака. Нас в тюрьме встречают уже. Давай, 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 не откисаем, надо рейдить тюрячку. Рейд идет, все ясно. Первого охранника попустили. Все, мужиков спасаем, наших пацанов. Туда, туда этих ментов, закидываем всех. Хату зарейдили, держим лобби этой тюрячки. Все, пацаны. Минус, 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 залетели, залетели. Зоновские парни будут спасены сейчас. Давайте, давайте, мужики, бежим, бежим, бежим из тюрьмы. Все, это выход на свободу, парни. Арсенал захватывайте и забираем всех отсюда. Салам, братве.
Все, блин, наши пацаны вооружены и очень опасны. Тюрьма захвачена, охранника попускайте, туда его. Нифига его аж на бензопилу посадили. Вот это жесткое РП в тюрячке, комната стража. Они даже выйти не могут, мне даже страшно оттуда выходить. Блин, пустите пильщика туда, он маньяк просто. Ой-ой-ой. Блин, нашего пильщика подстрелили, рип. Все, валим, 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 пацанов спаслись, пацаны, давайте, давайте, давайте. Все, мы спасли наших пацанов, как и М3 шестерочки спасен. Так, пацаны, собираемся теперь, у нас новое дело, как только пацаны первый день после тюрьмы, сразу же едем грабить банки. Сейчас будем заходить и грабить банк, нас тут сколько, человек 10, наверное, уже. Все, мужики, грабим. Все, что заберем, все наше. А где бабло? Бабло, ни хрена бабок. Пацаны, как деньги-то забрать? Блин, они приклеили бабки, мы не знаем, как забрать их отсюда. Походу, пора уходить отсюда. Менты уже здесь. Ладно, выходим. Хрен с этими деньгами. Как открыть? Нет, Минва. Нас заперли в этом банке. Извините, мне походу придется остаться с баблом здесь. Блин, пацаны, это Роблокс трагедия теперь. Мы застряли в банке и... Мы не можем выйти отсюда с деньгами. Мы остались здесь на всю жизнь. Все, ребята, это был отбитый контент из Роблокса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комментарии. Всем пока.